На 9 каналі програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні ми говоримо на соціально важливу та актуальну тему – про підліткову залежність. Чому діти взагалі звертають увагу на наркотики, що не так роблять батьки, та як попередити та вхопити шанс все змінити? Говоримо з лікарем-наркологом та засновником Центру допомоги залежним Андрієм Шаповаловим. Перше питання. Ви спеціалізуєтесь на роботі з підлітками. Чи відрізняється підліткова залежність від дорослої і чим саме? Ну, нельзя прямо так сказати, що я спеціалізуюсь конкретно на підлітках. Я працюю зі взрослими, але був момент, коли я дуже тісно працював над програмою, підліткової програмою, і писав її, і я знаю, як працювати з підлітками. Да, це так. Отличается ли подростковая наркомания от взрослой? Но только в подходах самой работы. И, ну, безусловно, если мы говорим о том, что дети, которые попадают в зависимость, это еще не сформированная личность, то в какой-то степени да. Ну, якщо ми вже сказали про молодь і те, що хвороби молодіють взагалі, не можу не спитати, зараз вік наркозалежності теж молодше? Очень молодой. Сейчас попадают дети 10-12 лет. Это уже первые эпизоды. И где-то к 13-14 годам это уже сформированная болезнь. Безумовно, ви фахівець і майже одразу зможете помітити людину, яка вживає наркотики. Угу. Як це зробити в першу чергу батькам, які, ну, не допускають думки, що їхня дитина може стати наркоманом, але таке трапляється? Понимаете, Артур, мы думаем о том, что само употребление является симптомом заболевания. Ошибка в том, что это не так. Сама наркомания начинается задолго до первого употребления. По большому счету, это симптом отсутствия какой-то культуры, отсутствия психологического состояния. Однозначно никто не может дать ответ, почему дети попадают в наркотики или там в алкоголь, становятся зависимыми. Но точно известно то, что здесь нет никакой там генетической предрасположенности. Но когда нам плохо, вот нашему поколению плохо, там, или там, нашим родителям, скажем, да, любое заболевание, они бежали в магазин, покупали бутылочку водки и распивали. Когда им было плохо на душе, то есть когда они справлялись с стрессами, ни один из них не ходил там к священнику или к врачу-психотерапевту. Был тот же самый продукт – это алкоголь. В культуре сегодняшней, подростковой культуре, вот этим универсальным средством, которое поможет от всех бед, это являются наркотики. И когда мы спрашиваем ребят, по какой причине они начинают употреблять наркотики, то причины абсолютно разные, но вот если вы их соединить в одну, это, как правило, потеря смысла в жизни. Ребенок где-то так вот от 14 до 16 лет, у него есть потребность познать свое «я» и почему он родился на свет. И если он не понимает своей индивидуальности, если он за него решают вопросы, там, родители, ты будешь учиться в этом институте, ты будешь работать там, ты женишься на этой девочке или там наоборот, то есть, то он не понимает, зачем ему быть. Второй момент – это одиночество. Дети, которые растут, они думают, они переживают очень разные чувства. Это подростковый возраст, это всегда гормональные сдвиги. Ребенок, который смотрит на себя в зеркало, он себе не нравится. Он приходит в школу, и он сталкивается с каким-то негативным отношением учителей к нему или тех же самых подростков. И те чувства, он приходит домой, и дома его тоже могут ругать. И он переживает эти чувства в одиночестве. И ему кажется, что он такой один. Наркотики здесь тоже всегда отвлекут его от этого состояния. Очень много ребят, которые попадают в зависимость, это те ребята, которые испытывали физическое насилие со стороны родителей, и очень часто их били мамы. И таких, как бы, причин их достаточно много. И к чему я? О том, что не сам факт употребления,
А факт того, как он пришел к этому употреблению, вот это является симптомом самого заболевания. Как вовремя увидеть и не потерять драгоценное время для того, угу. чтобы... Ну, вот... Прежде всего, это нужно обратить внимание на поведение подростка. Подростки, как бы хорошие или там, опытные родители, у которых есть контакт со своими детьми, они чувствуют своих детей. Ведь эмоции, ведь чувства – это первый язык, на котором мы научились вообще в принципе разговаривать. И поэтому чувства и вот именно как бы вот эмоциональную вот эту вот привязку, их никто не отменял. И когда мама вдруг чувствует какую-то тревогу, то это первый сигнал. Первый сигнал к тому, что с ее ребенком происходит что-то не так. То есть на что можно обратить внимание? На его скрытность, на его манипулятивность, на его лживость, на его там, постоянное сниженное настроение. Конечно, это, еще раз говорю, это все может быть обусловлено его гормональным фоном, а может быть тем, что он прячет от родителей. Вдруг эти дети прячут свои контакты, у них появляются новые какие-то знакомые, о которых они своим родителям не рассказывают. Вдруг у них появляются какие-то странные вещи, колбочки, таблеточки, какие-то там коробочки. Эти дети очень часто беспричинно меняют свое настроение. То есть вдруг ему хорошо, и потом резко, без причины, он становится очень агрессивным. Они требуют больше денег. Дай мне денег на то, дай мне денег на это. Эти дети, как правило, становятся очень неопрятными и неряшливыми. Да? Это такие самые вот поверхностные признаки, которые, вот, которые может увидеть любой родитель, что происходит с его ребенком. Конечно, если повезет родителям увидеть своего ребенка в момент самой интоксикации, то есть когда ребенок употребил наркотики, это явно видно. Это расширенные зрачки, это невнятная речь, это бледность кожных покровов, это гиперемия, то есть покраснение склер и так далее. Это увидеть можно сразу. Но наркотики, современные наркотики, которые дети употребляют, момент интоксикации длится недолго, максимум до 2 часов. То есть ему достаточно употребить, развеяться на улице и прийти домой. Да, да, то есть остаточные явления можно увидеть, но, как правило, он списывает это на то, что он много занимался, поэтому у него красные глазки, он устал, поэтому он хочет поспать. Да и родители, далее, собственно говоря, занимаясь чем-то своим. И, как правило, родители, занимаясь чем-то своим, не обращают на это внимания. Советы родителям, то есть вот... То, что сейчас прозвучало, это общие такие базовые моменты. Но если уже в доме появился маленький наркоман, что делать? Это очень хороший вопрос. И когда раньше нам задавали такой вопрос родители, что нам делать, когда у нас ребенок употребляет наркотики, была очень такая рабочая формула, это оставьте его один на один с наркотиком. И тогда, когда у него появится проблема от наркотиков, он сам к вам придет и попросит о помощи. К сожалению, мы сегодня не можем сказать родителям такой фразы, потому что наркотик сегодняшний, наркотик, который употребляют дети, он смертельно опасный. Дети под таким наркотиком, многие просто не успевают доходить до дома и погибают на улицах. У них очень много травм, связанных с наркотиком, у них очень много передозировок. Поэтому мы говорим, чтобы это было максимальное внимание, тепло и ну, вот так, чтобы ребенок почувствовал себя в абсолютной безопасности. Какие основные ошибки делают родители, когда в доме уже есть ребенок наркозависимый? Первая, ну так одна из таких ошибок, что это, во-первых, они не верят в то, что это произошло с моим ребенком. То есть элемент отторжения. Элемент отторжения, да. Это не может произойти. Это просто вредная привычка. У него нет проблем. Родители боятся называть вещи своими именами. Очень многие родители, когда им говоришь о том, что ваш ребенок употребляет наркотики или называешь, что это наркоман, они говорят, нет, не говорите про моего ребенка так. Он просто употребляет какие-то вещества. То есть они не хотят в это верить. Второй момент. Они думают о том, что если мы будем наказывать своего ребенка и применять какие-то жесткие меры, это может спасти. Но никаких криков ребенку не помогало. Ребенок ушел из дому, потому что на него кричали. И он пришел к друзьям, которые на него не кричат. Продолжая кричать, вы не измените ситуацию. Следующий момент, который делают родители ошибку, это они думают, что это как-то само собой может пройти. Да, может пройти. И продолжают
потакать всем вот этим вот манипуляциям и просьбам своего ребенка. Поймите, что единственный человек, который может управлять ситуацией, это вы, потому что вы, во-первых, взрослый, во-вторых, вы трезвый. Только управляя ситуацией, вы можете как-то ее перенаправить в то русло, которое выгодно вам. Если вы отдали момент управления здоровьем как бы своему ребенку, то эта ситуация не изменится. Сегодняшние родители, ну, по сравнению, вы врач с 25-летним стажем, ну, более современно смотрят на эту ситуацию. Раньше, помните, даже и фильмы советские, все, ЧП. Угу. Что сейчас? Как вот, когда приходят к вам родители, это паника или это все-таки... Та же самая паника. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Поменялась только форма наркотиков. И наркомания стала немножко другой. Вы очень правильно заметили о том, что наркомания очень сильно помолодела. Она очень сильно помолодела. И наркотики стали абсолютно легко доступными и недорогими. С какого приема можно сказать, что ты уже зависим? Но еще раз вам скажу, что сам прием, смотрите как. То есть это все-таки психологическое? Да, да, проблема. Смотрите как. Человек ведь существо очень несложное, да, мы всегда находимся между двумя вещами, между болью и удовольствием. От боли мы убегаем, к удовольствию мы стремимся. И всегда в молодом возрасте есть такая ключевая базовая эмоция – это интерес. Интерес к получению там, какого-то нового эффекта, какого-то нового там, чувства. Да? Если есть очень многие люди, которые употребляют наркотики, но они не становятся наркоманами. То есть если ради интереса употребил и получил удовольствие, то ок. Но впоследствии человек, который употребил наркотик ради интереса и получил удовольствие, и понял, что это единственный механизм, который может помочь ему убежать от боли, то в этот момент уже формируется зависимость. Есть такие наркотики, как кокаин, от которых привыкание, мы сейчас уже говорим о привыкании, то есть когда уже включается сама биология, включается буквально после первого раза. После первого раза человек уже не может его не хотеть, потому что он это состояние запомнит на всю жизнь. Будет ли он употреблять наркотики или нет, это второй вопрос. Но это состояние он не забудет никогда и будет его сравнивать со всем другим, со всеми другими состояниями. Марихуана, конечно, так не бывает, что там первых 2-3 раза покурил и стал уже там наркоманом. Нет. Но вся сегодняшняя марихуана, она идет обязательно с химией. Синтетической химией, да. И там больше идет не сам механизм привыкания, а то, как у человека, еще когда сам мозг не сформирован, не сформирована сама личность и нет, не включился еще неокортекс, который отвечает за причинно-следственную связь, ребенок, критика у него просто снижена. Он получил удовольствие. Ведь как мыслит ребенок? Ребенок мыслит теми категориями, что мне нравится, не нравится, хочу, не хочу. Он не понимает, зачем он это делает. Если ему это понравилось, то он к этому привык. И он не понимает, что это могут быть после этого последствия. У нас осталось несколько минут. Да. Ваша главная порада для тех, кто нас зараз дивиться? Обращайте внимание на себя. Станьте ближе со своими детьми и поймите, что единственное, что может спасти, это любовь и уважение. Дякую, пане Андрію. Тема складна, і я розумію, що пацієнтів у вас вистачає, але так. Хотілося б, якби українське майбутнє було не наркозалежним. Дякую. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Андрій Шаповалов, лікар-нарколог та засновник Центру допомоги наркозалежним. Пильнуйте себе і хай вам щастить!